А сейчас я хочу рассказать вам об удивительном человеке, профессиональном музыканте, замечательной женщине Татьяне Ефимовне Забавниковой, трудовой стаж которой составляет 45 лет, и на протяжении которых она активно трудится в музыкальных студиях и школах Германии, Дальнего Востока, создавая детские и взрослые хоровые коллективы. Ни один концерт не обходится без выступления как самой Татьяны Ефимовны, так и ее учеников. С 1987 года и по настоящее время Татьяна Ефимовна Забавникова работает и трудится в детской музыкальной школе микрорайона Заречный города Скопина. Сколько концертов, конкурсов, фестивалей различных уровней прошли за эти годы, и везде можно было увидеть Татьяну Ефимовну то с аккордеоном, аккомпанирующей ансамблю русской народной песни «Потешки» и солистом этого ансамбля, то в составе вокального ансамбля «Адда», исполняющую духовную и светскую музыку, то как руководитель вокального ансамбля «Звездочка», а то как лектора, ведущего просветительную работу среди учащихся общеобразовательных школ. Владея такими инструментами, как аккордеон, фортепиано, синтезатор, имея возможность самой исполнять как камерную, вокальную, так и эстрадную музыку, Татьяна Ефимовна может свободно переключать внимание учащихся на различные виды деятельности, заинтересовать их, включая в творческую атмосферу. Только безграничная любовь к детям, к своей профессии дает силы, энергию, фантазию. Труд Татьяны Ефимовны отмечен многими наградами за активную общественную деятельность, воспитание подрастающего поколения, многолетний плододворный труд, высокий профессионализм. Татьяна Ефимовна награждена почетной грамотой Министерства культуры Рязанской области. Ей вручена благодарность Министерству культуры Российской Федерации. А в заключении хочется сказать и пожелать в дальнейшем. Так держать, уважаемая Татьяна Ефимовна!